спортивно-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Добрый вечер, дорогие друзья. Мы все рождены в этой жизни для того, чтобы ощутить вкус счастья. Конечно, люди разные. И счастье каждый из нас понимает и проживает по-разному. Но что же нас, таких разных, все-таки объединяет? Конечно же, праздник. Устроить праздник, организовать его и провести – задача далеко не легкая. Для ее реализации человеку требуется обладать высоким интеллектом, лидерскими способностями, конечно же, собственными талантами, многими достоинствами. И сегодня впервые на передаче «Избранный» у нас очень интересный гость. Красавица, великолепная, обаятельная, харизматичная девушка, высокий профессионал в деле организации проведения праздников, творческая личность, певица Айлита Хабибуллина. Вы певица, давайте с этого. Как так получилось? Как зачем? Так получилось? Ну, вообще, мне очень странный мой путь к сцене. Я об этом рассказывала неоднократно. Ну, в общем, ситуация такая. То есть я маленькая. То есть мы же все вспоминаем, чем мы занимались в детстве. Конечно. Все абсолютно. Так вот, вы не поверите. Я с 4 лет танцевала, пела, вела концерты во дворе. Угу. 3 5-этажных дома. Я собирала всех. У нас там была сцена. В те годы еще были киноэкраны на улице. Вот. И я, как только научилась писать, я начала издавать газету. Прямо на каждом подъезде. И вот это вот была моя страсть. Всю школу, весь институт, все студенческие весны, да, все это было на мне. И когда я уже получила экономическое образование, я инженер-экономист, я занималась туризмом, причем очень успешно. Первые чартеры на Мальдивы и так далее, это все была я. Да? Через вас. Вместе с моей командой и в первую очередь с моим мужем. Вот кто открыл нам Мальдивы. Дорогу, да, да, Мальдивы. Да, это был 99-й мало год. Мало ли открыл, построил. Когда, да, только-только вот самые первые туристы, и я влюбилась в эти острова. И, в общем-то, я думаю, что много стран мы открыли именно вот... Это страсть путешествия, понимаете, да, что на всю жизнь. Mm-hmm. Вот много очень было направлений, которые мне нравились, и я почти 10 лет издавала журнал. И, конечно же, куда меня тянуло, да, меня интересовали личности сильные, интересные, творческие, у которых были потрясающие истории, я о них писала, рассказывала. Вот, и как-то так сложилось, что все это время я пела. Я пела, проводила конкурсы вокальная, искала таланты, собирала. И первый конкурс караоке, в общем, сейчас я скажу, какой, 2008 год. Вот я тогда провела, вышла на сцену и поняла, что я должна быть здесь. То есть вот я почувствовала, что это мое. Но мне сказали практически все, зачем тебе это надо, куда ты лезешь. Это все не твое. Ну, в смысле, не твое, там потому все что опасное, уже... грязное. Да, 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 да. Я сказала, говорю, нет, я не хочу потом пожалеть о том, что я не сделала. Так вот, параллельно с журналом я проводила ивенты. Большие ивенты, которые мне прям были очень интересны. Придумывала тему, собирала народ, и было, в общем, весело, хорошо. И всегда я понимала, что те, кто приходит ко мне, они получают вот этот настрой, да, энергию какую-то положительную. В общем, пришло время, когда все это мне пригодилось. Я начала писать песни. И музыку, стихи. И слова? Ну, нет, я только слова писала. Несколько было песен, где я музыку сочиняла. Ну, как сочиняла? То есть я прихожу к аранжировщику, я ему пою, а уже шедевр создает профессионал. Он, да. Да. Вот, я прошла обучение у очень серьезных вокалистов, педагогов. Вот, Лаки Константинович Кисоглу меня, в общем, вел... концерту к моему первому. Вот. И когда я уже все это, первые шаги были сделаны, первые страхи преодолены, я поняла, что, в общем-то, я нашла себя. Я чувствую себя как рыба в воде. Мне очень нравится. И знаете, чем хороши ивенты? Ивенты с пением, да? Это сразу, всегда, да, новое. Ты продаешь себя как ты ведущий, не просто ведущий, да, еще и певица. Да. То есть это всегда что-то новое. Никогда не бывает повторений. А если вдруг чувствуешь, что что-то раз настроение как-то вот перед мероприятием, ну,
что-то не то. Значит, нужно садиться и придумывать то, что может поднять настроение в первую очередь. А что? Что? Как вы поднимаете себе настроение? Ну, как быть человеком праздником всегда? В первую очередь для себя самого. Любить людей. Угу. То есть, если человек людей не любит, то в этой профессии делать нечего. То есть, надо интуиция, вот то, что мне помогает. Когда я встречаюсь с теми, кто заказывает мне праздник, я должна поговорить хотя бы там, не знаю, пару раз. Все, я уже знаю, какие там будут люди, как это будет выглядеть. Я уже представляю себе полностью картинку. Как только картинка нарисовалась, у меня все складывается. Угу. То есть вы под ключ все делаете? Да. И сценарий пишете сами? Да. Отлично. И режиссируете, да. И с микрофоном? Да. И ну, сбегает реквизит подается? Нет, 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 у меня команда. Что? Вот, вот. Нет, у меня есть специалисты, которые отвечают за свет, за звук, установки сцены, те, которые за кулисами отвечают за вот все, что там есть. У меня потрясающие артисты. На любой ли бюджет можно устроить хороший праздник? У нас у людей нет денег пригласить дорогостоящих звезд. Допустим, у клиентов, которые хотят отметить, приходят, говорят, мы учителя. Вот у нас нет денег. Ну, конечно же, придумываешь для них то, что будет по минимуму, но при этом... В школьной столовой напрягаются ученики. А вы не представляете, сколько было мероприятий в офисах? Представляю. Офис. Но это вот не лучший вариант, потому что люди должны все равно куда-то перемещаться для того, чтобы праздник создать. Так вот, когда мы делаем праздник, ну, чем меньше бюджет, тем, конечно, сложнее. Чем интереснее фантазия. Интереснее фантазия, но, в общем, 5 часов на сцене, мне кажется, что это возможно, но тогда я привлекаю самих гостей. Я говорю, хотите праздника? Давайте готовиться вместе. Я уже из них делаю артиста. В общем, это секрет такой, да? И для гостей хорошо. И для гостей хорошо, да. То есть посмеялись я уже, друг на друга. Да, какие-то конкурсы, игры, я смотрю, на что там они способны. А есть какой-то вот формат праздника, какой-то модный формат праздника? Что модно сейчас? Что модно сейчас? Как модно праздновать сейчас? Или это зависит от ментальности людей? Я могу сказать, любая тематика, которая задумывается, она как бы дополнительное вложение требует. То есть тут нельзя бесплатно сделать, только своими руками там народ садится и полгода готовится, например. В целом классическое мероприятие, знаете, что люди просто вот что хотят. Мы хотим, чтобы было весело. Вот это главная задача. А вот тут уже каждый раз экспромт, каждый раз смотришь, понимаешь, вот здесь вот такое мероприятие не пройдет, потому что люди другие. Но когда вот говорят, вы знаете, у нас вообще не поднять, особенно корпоративы. Ой, у нас такие все не встанут, не поют, не танцуют. Я потом смотрю, когда вот так вот все стоит. По потолку бегают. Не танцуют? Нет, ни разу не танцуют. Так что модного течения, которого, ну, модное место выбрать. Можно на природе, мне, например, нравится. Но в основном делается так, как я хочу. Ну, очень интересный тимбилдинг, там, минус 20 на природе, и ты... По сугробам. По сугробам, да. С каких лет это все началось? Вот 90-е. Когда вот пошел бум? Ну вот, ТВ-то я проводила всегда, вот прям, чтобы это был бум, настоящий бизнес. 12 лет. То есть это нулевые? Да, это нулевые. А почему вы из другого бизнеса пришли к ивенту? Что произошло такое? Тянуло. Тянуло? Да. Все-таки творческая натура вас победила, да. Так скажем, офисного сотрудника. Ну да, на офисного я мало похожа. Был момент, когда просто я встала перед выбором. Чем я буду заниматься? Либо заказывать очередной неудачный корпоратив, либо делать ей самой, да? Ну, на самом деле, я когда проводила как организатор, я работала с ведущими, и я смотрела и поняла, что я лучше сама это сделаю. И, в принципе, так оно и получается. Но я с удовольствием работаю с профессионалами. С удовольствием. Потому что, когда вот у меня есть соведущий или кого-то я беру, я с удовольствием получаю вот это вот состояние кайфа от совместной работы. Момент импровизации, да, такой, да, хороший. Да. Ну, не все работают в паре. Когда говорят, что вот особенно звездные, редко кто может работать в паре. Вот идет, допустим, мероприятие, и я смотрю, и мне все не нравится, как вот тут не так, здесь не так. Ну, я не показываю, но мне все. И вот этот момент обычно ко мне подходит заказчик и говорит, как все супер идет вообще. То есть я такая думаю, ну, то есть это мой взгляд, да. Не то, чтобы я себя хвалю, да,
Ну, видимо, в тот момент, когда я больше всего затачиваюсь, идет эта энергия, которая нужна. И вот по поводу начала, вот по поводу пения, и сначала я же запела, а потом я стала ведущей. Я, когда выходила на первые банкеты, и они как бы, почему говорят, что читая знаки, ко мне начали подходить и говорят, а вы можете нас провести, а вот вы нас это сделаете? А я же ничего не боюсь. Я такая, да, могу. Сама, да что же я с ними делать-то буду? Я аж думаю, самое ужасное, что может быть, это ведущая женщина. А конкурсы – это же мрак. Как так? Люди там бегают, как дураки, как дети. Вы представляете? И я села и начала придумывать конкурсы, которые были бы для женщины удобные, комфортные, чтобы людям было весело. Потом оказалось, что женщина-ведущая тоже неплохо. Вот. И когда я первая выходила в анкеты, корпоративы, когда я не знала, что делать с людьми, я пела. Я пела, и в этот момент раз, и народ раскрывается. И все, я уже могу делать все, что я хочу. Отлично, нашли свой ключик. Нашла, да. Но в тот момент это вот было действительно, наверное, чисто интуитивно. Так что бояться ничего не надо. Ваше самое лучшее мероприятие для вас? Для меня. С вашей точки зрения, как организатора? Вы знаете, мы проводим детские творческие конкурсы. Вот уже 2 года, 3-й год. Мы занимаемся детьми. Фестиваль красоты и детского творчества. Люди, в общем-то, дети выходят со своими номерами. Они выходят в красивых нарядных платьях, девочки, принцессы. У нас уже прошло около 10 таких мероприятий. И я могу сказать, что вот этим я горжусь. Мне очень нравится. Приглашаю всех, кто родители, кто хочет, чтобы их ребенок почувствовал себя уверенно на сцене, вот welcome. Потому что я считаю, что лучший, наверное, детский конкурс у нас в Казахстане. Считается, есть такой стереотип, да, или же это правда на территории СНГ большого, что все конкурсы, вообще премии – это дело продажное. Насколько это миф или насколько, реальность? Знаете, мы же сталкиваемся, как организаторы. Приходят родители и рассказывают, как они попадают на других конкурсах именно вот с этими вещами. Вы знаете, наш конкурс, во-первых, он очень прозрачный. Прям прозрачный. У нас жюри 10-12 человек заполняют полностью оценку ребенка. Все это хранится, все это подсчитывается. Да? То есть все, пожалуйста, могут любой человек проверить. И самый главный плюс, наверное, то, что на нашем конкурсе все дети отмечаются дипломом, лентой, короной. То есть у каждого своя какая-то маленькая победа. Кто-то за костюм, кто-то за артистичность, кто-то там лучшая улыбка. То есть все дети обязательно что-то получают. То есть, понимаете, беспроигрышный конкурс. Да, беспроигрышный. Есть несколько главных корон, которые, кубков, да, которые дети получают, но они реально трудятся. У нас они поют, они танцуют, то есть на любом музыкальном инструменте они играют. Там и цирковые номера у нас показывают, и художественная гимнастика. Я потом вам покажу это видео. Очень красиво. Такие дети талантливые, все честно. Все это видно, все прозрачно. Поэтому, наверное, фишка нашего конкурса в том, что мы хотим, чтобы каждый ребенок получил шанс. Это республиканский конкурс? Да, это республиканский. У нас с первого конкурса со всего Казахстана приезжают. Как потом складываются судьбы победителей? Можете ли вы чем-то, кем-то похвастаться, да, что человек уже пошел и стал известным певцом? Вот, смотрите, они же маленькие все еще. Но дети, которые у нас участвовали, они уже растут с каждым конкурсом. Вы понимаете, у нас есть где-то процентов костяк 30%, которые дети пришли к нам, и они из конкурса в конкурс. Еще, знаете, мамочка приходит и говорит, что такое, моя девочка так хорошо пела, вот я на ничего не получила. Мы ей говорим, вы знаете, Вот это нужно готовить, вы видеовизитку должны сделать. Объясняем. Через 3 конкурса девочка выходит и так выступает, что получает свою корону, какую заслужила. А знаете, после конкурса, это же очень важно, чтобы все были довольны.
чтобы не было. Знаете, вот дети могут плакать. Одна девочка у нас расплакалась, потому что она не поняла, что означает ее там, победа. Да, номинация. Она не поняла. Мы ей говорим, ты главную получила номинацию, понимаете? Вот. И когда дети работают, родители уделяют им этому внимание, репетиции, подготовка, костюм, выход, все, победа, ну, в 90% будет. Отлично. Да, то есть... Просто хорошая подготовка. Хорошая подготовка, да. Но талант – это по умолчанию. Вы знаете, еще работа. Или все-таки это есть категория детей, которые следуют за желанием родителя. Вот мать говорит, я не стала певицей, ты станешь. И есть мучает ты. Ребенка. Знаете, я думаю, что кажется, есть. В первую очередь это стоит. Угу, потому что если, ну, родители, да, много времени у родителя. Есть средства, которые нужно куда-то вкладывать. Родители сами не прошли эти конкурсы в детстве, не прошли это в более там глубоком детстве. И куда-то же надо его вести. Это как люди, которые не реализовались, ведут на выставку собак. Сейчас вот я объясняю. Вот смотрите. Вот вы как люди, которые на сцене все время. Вы понимаете, насколько это свободно для человека выйти, вот, выйти и там танцевать. Я бы своему ребенку никогда этого не пожелал. Не надо делать это профессией. Но если ребенок научился держать себя на сцене, насколько ему будет комфортно, он избавляется от комплексов, которые могли бы быть. Угу. Понимаете? Это такая уверенность в себе. Успех ребенка на сцене, это в первую очередь говорит о том, что он будет успешен и дальше. Он выйдет и на любую аудиторию может выступить. А если он зазвездит с детства? Такой может быть. Как быть? Жизнь побьет. Жизнь побьет, и все равно готовят для ударов. Нет, звездность, вы знаете, это же родители же должны как-то с этим работать. А как вот работать в любом возрасте, даже хотя бы во взрослом, со звездностью? Почему столько много артистов накрывается вот этой волной повышенного самолюбования? Что? Ну, слава, это же круче, чем деньги. Это же такой наркотик, который, если он накрывает, потом же это наказывает судьба. Думаю, что все-таки звездная болезнь – это предрасположенность. Это действительно предрасположенность человека, который родился с ней. Скажите, вот по, если к ивентам вернемся, с какими звездами работали, которые приятно поразили? Наши, зарубежные? Ну, мне очень нравится работать с Нурланом Абдуллиным. Он очень-очень комфортный. Угу. Он такой обволакивает. Это само обаяние заходит. И он так сам себе нравится. И все это чувствуют. Понимаете? Очень комфортный. Вот Батырхан Шукенов – это что-то невероятное. Просто вот он... Да, светлый память. Ой, как он... Как он на сцене работает. Вот так вот. Я там за кулисами не знала, куда там встать, чтобы получше видеть. Очень комфортно. Ну, в общем-то, да все наши хорошо работают. Вот когда начинаю сравнивать. Вот российские, вот они звезды, а наши там так. Ничего подобного, наши очень хорошо работают. То есть это все, знаете как, вот допустим, мое восприятие, я люблю всех артистов. Вот просто всех. Все, кто поет, все, кто наделен талантом. У меня сразу открывается все, и я не могу разделить, кто там для меня. Но почему я все-таки в Казахстане действительно уважают, почитают больше зарубежных исполнителей? Да кто себя на родине ценит своих? Как там, да? Нет пророка в своем отечестве. Да, конечно. Это надо к этому спокойно относиться. Сами артисты от этого страдают. Говорят, почему? Мы делаем ту же самую работу, а вот там российским платят в 2, в 3, в 4, в 5 раз больше. А потому что рынок наш такой. Потом мы себя не ценим, может быть, так. То есть надо все-таки выходить, не бояться выходить и завоевывать ту же самую Россию. Почему нет? Посмотрите. Так стремятся же, не сразу срабатывают. Ну, новая надо, волна в лучшем случае. Да, ну объединяться надо. Мне кажется, знаете, что еще не хватает? Вот проводятся международные конкурсы, да, у нас здесь, ну, Азия Дусы проводилась, да, вот сейчас там еще какие-то конкурсы. Надо о себе заявлять, мне кажется, в творческом плане у нас столько же талантов, как и везде. Это нормально. Просто надо помогать. Все-таки помогать, говоря, что талант пробьется сам, ничего подобного. Вот вы работаете с детьми, да? Да. И потом с многими артистами. Наверняка есть фактор ранимости артиста не только в финансовом плане, но и в психологическом. Как вот вы посоветуете детям, более взрослым тот, людям реагировать? Тот, кто хочет творчески себя проявить, да? Да, на критику правильно, не сломаться, устоять. Ладно, зазвездиться – это одна тема, но не сломаться.
Потому что, когда человек с корочкой, например, филологического образования, но сам по себе бездарь, бездарем, но еще и злой, циничный внутри, бежит и профессионально оплевывает, а ты еще не уверенно стоишь на ногах, это же страшное дело. Это касается любой сферы жизни. Когда, допустим, ко мне подходят и спрашивают, там, кто-то хочет в чем-то начинание. То есть у меня был один раз случай, когда я нечаянно сказала, что ничего не получится там у кого-то. Но я оказалась права все-таки. В итоге-то я оказалась права. Но я для себя поняла, то есть я советую, если вдруг у вас есть какая-то цель, дорогие телезрители, и вы в нее верите, верите в себя, то надо окружать себя людьми, которые также верят в вас. Я помню, когда я только начала петь, я еду в такси, радио работает, а я еду на занятия вокалом. И мне все вокруг говорили, зачем ты это делаешь. А я еду и слышу, как интервью дает какой-то известный вокалист с группы, солист. И он говорит, никого не слушайте. Если вы верите в себя, никого не слушайте. Идите к цели. Угу. Я слышу, я понимаю, что это был ответ на мой вопрос. Угу. И вот если мы будем верить, вот слышать, чувствовать и окружать себя людьми, которые вот так же, да у тебя все получится, посмотри, ты же гений, да? Вот, повезло, да? Антону я повезло. Говорю, вы трижды гений. Да, да. Поэтому я так вами дорожу. Еще человек очень хороший. Да, это прочим, вот на самом деле так очень... Так хвалю, как будто продать хочу. Нет, важно. Недорого. Хороший продюсер, шикарный. Недорого. Шикарный продюсер, да. Следующий шаг ваш. Вот ниша... Певицы заполнены так, вами. Так, ивенты, да? Да, ивенты, ведущие. Что дальше? Что еще хочу? О, Алита, может, книгу написать? Ну, честно говоря, мне говорят, что я пишу неплохо. Но я считаю, что мое время еще не пришло писать, потому что у меня очень много историй. Вообще просто невероятно. То есть мне так везло всю мою жизнь на людей. И все всегда мне рассказывали такие потрясающие истории, что вот я даже журнал сдавала. Но я считаю, что это, знаете, это внутри взрыв должен быть. Ты вот не можешь не писать. Вот. Я пока вот эпизодична очень. Но, можешь не писать, не пиши. Да, 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 да. Есть, знаете, как, допустим, я вот кого-то читаю и чувствую, что вот, ой, как тяжело читать, ой, как я не могу. А в какой-то момент раз, и оказывается, что вот то, что я не могла читать вчера, сегодня, оказывается, это вот для меня все, что нужно. Понимаете? Я вот почему я не пишу. Я верю в волшебную силу слова. В это сочетание, магическое сочетание слов, которые складываются, какие-то вот фразы, которые могут тебя потрясти и изменить жизнь. И вот я иногда... Вижу какое-то даже словосочетание какое-то. У меня раз и песня вот рождается. И вот я хочу, чтобы то, что я делаю, в людях загорались огоньки. Делюсь. Лайфхак легкий. Если человек поет на сцене, если вы слышите его голос, значит, это невероятный доброты и щедрой души человека. Потому что голос реагирует на любую негативную мысль. То есть люди, которые поют, они изначально добрые. Так, вы у нас не очень хорошо поете. Я не очень хорошо пою. Подождите, да, я голос, вот тут сомневался в этом умозаключении. Я имею в виду голос, сам голос. Вот вы слышите, допустим, поющего. Я столько противных певцов видел за свою жизнь. Которые так поют потрясающе. Ну, такие противные противные, люди. Противные, да? Ну, что ж вы так? Страшные. Почему? Ну, вот такие вот бывают. Такие, ну, все, всех не устраивает. Даже масса известных людей, которые приезжают, и как они обращаются с цехами, там, наши цеха постоянно жалуются. Ну, почему-то мне вот не попадались такой такие. Же добряк на экране, такой же, да, там, в результате. Ну, меня пока что проносило вот всех. У меня все добрые. Да, певцы и певицы, с которыми я сотрудничала. Они такие открытые. Да. Я вот про себя могу сказать так, что когда сочетается бизнес и творчество,
То есть это же стресс. У меня сразу садится голос. А я еще такая эмоциональная, темпераментная. Я же на мероприятии могу очень жестко, в общем-то. То есть вся такая ответить. Белая, пушистая, а тут я могу быть жесткой. Поэтому сочетать ведение и петь, то есть нужно обязательно, чтобы были кто-то, кто брал бы на себя организаторские функции на самом мероприятии. А вот те, которые только поют, они чрезвычайно все милые. Они не напрягаются. Да. Они не напрягаются, и напрягать их нельзя. Потому что вот даже я вот изучала такие вещи. Например, те, которые выступают, там, оперные певцы, они за там, сутки минимум, вообще двое-трое, ни с кем не общаются. Чтобы никто не мог испортить настроение. Все знают, что настроение – это голос. Скажите, как часто банкеты ведете? Ну, где-то 3-4 раза минимум в месяц. Минимум. В месяц? Да. Если бы вы играли 20 спектаклей в месяц. Представьте? Только техника, я согласна, да. Не только техника. Техника спасает. А талант, конечно, если нет таланта, это видно. Выгорится. Конечно. Человек выгорится. Его и не может и не быть вообще. Ну, вот смотри. Вот это есть такие вот техники, которые сохраняют и выдают порционально. И восстанавливаешься ты быстрее. Не под копирку. Нет, одни и те же эмоции, чтобы вы понимали. Проживаешь и обостряешь от спектакля к спектаклю, чтобы выдавать. И каждый раз чувствовать, вот, как будто ты впервые это делаешь. Потому что зритель, который пришел, он слышит это впервые. И если он пришел во второй и в третий раз, он все равно хочет это увидеть, как будто впервые. И а тебе приходится играть такие монологи, которые персонаж в жизни говорит один или два раза в жизни, к примеру. А ты это произносишь там по 20 раз. За месяц. Ну, неужели это не переходит, Антон, на уровень автоматизма? Вот именно под копирку. Все, уже уходит актер. Веры нет. Уходит. Карин, вы знаете, я вот как-то сыграла одну роль эпизодическую. Я понимаю, да, что такие вещи, они работают. Да? Вот я произносила монолог, который прям вот он откровение. И я помню, что вот такой маленький ребенок, мой партнер по этой сцене. Он потом... Во-первых, он начал играть. После того, как он услышал, он поверил. Вот я понимаю, что здесь важно поверить. Как только малейшая фальшь, хоть немножко, все, веры нет, артиста нет. Поэтому я вот восторгаюсь людьми, которые каждый день могут играть. Ну, вот, допустим, я могу там, ну, в декабре у меня может быть там 15 банкетов, например. Весь январь я чувствую вот это вот, я собираю, я восстанавливаюсь. Ну, я работаю там, получается, что 5-6 часов на сцене в напряжении. Это, ну, в спектакле, особенно с партнерами, конечно, это все по-другому наверняка. Вот поэтому, если есть искренность на сцене, то люди верят, и они за этим идут. И они тогда получают то, что они зачем пришли. А как вы, Айлита, восстанавливаетесь? Молчу. Ни с кем не общаюсь. Но молчание действительно, оно восстанавливает энергетику. Да. Если, ну, сначала я разбираю, как все прошло для себя, делаю выводы. Ну, слава богу, все всегда обычно хорошо. Вот, ну, в зависимости от мероприятия. Айлита, а как же ваш супруг на это все реагирует? Ой, у меня уникальный муж. Супруг отреагирует на славу жены. Ну, когда я собралась петь, он, конечно же, переживал по этому поводу. Потом, когда он понял, что безопасно, что, оказывается, все, что говорят про шоу-бизнес, все это ерунда, свинья грязь найдет. То есть, если у меня, меня окружают сплошь порядочные, интеллигентные, талантливые люди. Поэтому, в общем, он убедился, что ничего страшного не происходит. Можно ничего не бояться. Вот, поддерживает, гордится. Перед каждым мероприятием мне дома созданы условия такие, что меня никто не трогает. То есть за сутки я ухожу в себя, и все ходят, как будто их нет дома, потому что я как зверюга злая. Меня терпят. Потом понимаешь, что это все вернется. Мои прекрасные мама вернется. Сейчас да, я верну. Сейчас да, через 15 банкетов в январе мама будет. Да, да, да. Вот муж очень не просто лояльный. Я считаю, что с другим человеком, наверное, бы я не смогла так работать. Что такое гармония? Гармония? Гармония – это когда нет перекосов ни в чем. То есть у каждого человека своя гармония. То есть вы, допустим, смотрите на стакан, да? Вот если бы он был кривой, он бы упал, да? А вот это гармония.
Или, допустим, вот мы в нашей жизни. Я люблю свою профессию. Я получаю от нее огромное удовольствие. Но если бы я занималась только ей, я бы не была счастливой. У меня, слава Богу, семья, дети, родители, друзья. Я во всех отношениях, как, ну, по крайней мере, я так стараюсь, чтобы вся моя жизнь была наполненная, чтобы не было пустот. Смотрите, гармония – это белое и черное, да? Сочетание. Наличие обязательно черного. Всего, да. Да, то есть вы, если получаете какой-то большой успех, вы готовы к тому, что сейчас должна быть черная полоса. Вот Борис Акимов неоднократно заявлял в процессе нашего обучающего цикла «Пятидать», что за черную полосу обязательно идет белая, а потом жалеть, что когда... Ой, вы знаете, у меня такая была черная полоса, что у меня сейчас до конца жизни должна быть белая. Да. Я поэтому спокойно абсолютно. Вы прошли, да, все? Я прошла. То есть вы считали, что вы искупили заранее? Да. Да? Да. Я вижу... суть события с другой стороны. Не так, как вот мне в лоб дали, да, а я так с этой стороны посмотрю, там, с другой. И понимаю, что как хорошо-то, что это произошло. Угу. И оно могло быть и хуже. Допустим, ну вот у меня там машина сломалась, например, а я такая думаю, ой, как здорово, значит, меня Бог уберег от чего-то там более такого трагичного. То есть, когда мы в реальности, мы понимаем, что все происходит только к лучшему. Даже когда все плохо. На в этот самом момент, дне в этот есть момент, только один путь наверх. Да, да, в этот момент ну, очень сложно поверить. Снизу. Да. Да, очень сложно поверить, что когда вот все плохо, что это хорошо. Это сложно только поверить. Это твое испытание. Ну, не твое. Скажите, испытывается ради чего человек? Человек сам привлекает это. То есть... думаешь про себя, ну я же сильная, я же это могу. Угу. Понимаешь? И тебе, на тебе. Ваша вера в Бога, это вера в Бога или веру Богу, или знание о том, что мир это намного больше, чем просто примитивное сложение каких-то химических элементов. Откуда оно появилось? Такое мировосприятие? Чувствую. Угу. Я чувствую, знаете, как оно вот как накрывает, то есть ты когда веришь, это не вера в Бога даже. Потому что я могу зайти абсолютно в любое религиозное место и чувствовать себя там комфортно. То есть нигде мне неплохо. Я везде хорошо себя чувствую. Мы, когда верим, оно сразу облегчает все, понимаете? Облегчает, знаете, как понимание и прощение. Я не говорю о том, что нужно там всех прощать. Это тоже сложный путь, самый сложный, который только можно вообще представить себе. Говорят, что измени себя, да, и изменится мир. Так вот, самое сложное же изменить себя, а еще сложнее простить тот, кто тебя обидел, того человека простить. Подождите, ну давайте вот цепочку. Вот Бог, он утешитель, да? Нет, учитель. Ну, вы просто говорите про то, что ты когда легче. Попадаешь там, становится да. легче. Да. Вот такой вот облегчающая составляющая жизни, которая создала ту другую жизнь. Да. Та, которая вне церкви, мечети и так далее. Ну да. Зачем эта жизнь? Жизнь зачем? Да. Вне церквей, мечети. Ну это же испытание души. То есть... Да? Так все-таки земля – это чистилище такое? Или что это? Проверка. На что? Это не чистилище, это проверка. Мне кажется, что каждая душа, которая приходит, она должна, как в классе, да, первый класс, второй, третий, и вот ты учишься, учишься, и каждый раз ты... Ты перерождаешься. Ну, должна, да. Вы в это верите, да? В реинкарнацию? Да. А, Элита, снятся ли вам вещи сны? Кошмары. Вестники чего-то неприятного, да? Нет, в основном это прошлое. Нет, не вестники, это прошлое. Прям вот мне приходилось с этим работать. Кошмар были. Ужасно. И как потом справились? Да я же быстро восстанавливаюсь. Я не западаю на то. Я сажусь, понимаю, так, то есть как-то несколько лет у меня был один сон, и я поняла, что это долго продолжаться не может. Ну, 10 там, либо там больше. 10 лет, по-моему, мне снился. И каждый раз я просыпалась и думала, нет, это не может быть. Вот. И когда я уже поняла причину, все прошло. Причину нужно искать. Вот.
Самое главное, гармония, если вернуться к гармонии, то все, что происходит с нами, мы должны найти первопричину. Как только первопричину мы постигаем, все становится просто. А возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Думаю, что да. Возможно. Да. Это не по Чехову, нет? Который говорит, а, она мой друг. Уже друг? Сначала знакомый, потом любовница, а потом друг. Знаете, нет. Мне кажется, что я могу дружить, если я чуть-чуть влюблена. Вот мне прямо я кайфую. Но мне большего не надо, например. Я за талант... Я прощаю вообще неприличные вещи совершенно, да? То есть, когда человек... Аналогично. Я ему столько всего уже напрощала, да? Понимаете? Две квартиры, самолет, машина. Я вас понимаю, потому что я сама вот чуть-чуть влюбляюсь, да, и в женщин, и в, ну, простите, в мужчин, да? То есть я вижу... Мужчин прощаем, главное, чтобы муж простил. Нет, я к тому, что я вот вижу талантливого человека, и я чувствую такой кайф. Вот это кайф просто. И больше, я же говорю, большего не надо. Вот, наверное, так. Вы счастливый человек? Да. Почему? Мне все нравится. В результате или в процессе? В процессе. Вот вся жизнь, которая была со сложностями, это тоже хорошо. Да. И это счастье. Да. Скажите, вот если бы вы встретились со самой собой, 18-летней, что бы вы ей сказали? Верите, нет, я совсем не изменилась. Вам 19. Я имею в виду не по возрасту, вот по мышлению, а по восприятию жизни. Угу. Я понимаю, что это большая редкость, я это знаю. То есть я так же воспринимаю жизнь, как вот 18 лет. Ну, просто сейчас опыт больше. Угу. Да, ну вот опытом, если поделиться. Если опытом поделиться, ничего бы не изменило. Живи, как живется. Да. Да? То есть да. Жизненные сложности, они вас не опустошили, они вас, наоборот, обогатили, да? Да. И укрепили ваш оптимизм. Да. Угу. То есть я понимаю, что все проходит. Угу. А как вы посоветуете нашему телезрителю и нам с Антоном тоже вот метод укрепления своего оптимизма при прохождении жизненной трудности? Не сдаваться. Если это какая-то болезнь, которая там укладывает, встать не можешь, например. Или это какой-то вот провал. Или это может быть предательство, да, вот, ну, какой-то там, я не знаю... Там потери какие-то финансовые. Даже еще хуже могут быть вещи. Просто верить в себя и не сдаваться. Все. Угу. Наверное, так. Отлично. Ну и любить жизнь. А верить в себя – это что? Это, вот видите, затронули такое качество, как уверенность в себе. Угу. Ну как-то можно это раскрыть? Как вера раскрыть? В себя, уверенность в себе – это синонимично или дополнительно друг другу? Смотрите, у каждого же свой метод. У меня он такой простой, что я даже не знаю, как это. Все гениально и просто. Я когда что-нибудь придумываю, вот прям совершенно сумасшедшая идея. И я понимаю, что вот реализовать ее практически нет возможности. И я такая сажусь, Бог даст. Угу. И работаю. И обязательно складывается. Бывает даже в последнюю минуту все складывается как надо. Передаете ли вы ваши эти принципы вашим детям? Ой, у меня такие классные пацаны. Они сами меня учат. Мам, слушай, делай вот так, вот так. Вот прямо такими словами и учат. Я серьезно говорю. То есть у меня очень мудрые дети. Им сколько? Даже... Ну, малыши или прям уже подростки? Да подросток? Нет, младшему 16. А, ну то есть, ну да, есть уже опыт 16 лет. Да, это младшему. Царствовал. А старший уже меня в полную учит. Жизни. Вот. Но они, я думаю, что они видят, то есть я думаю, что я их не воспитываю, а надо своей жизнью показывать, как нужно жить. Вот. Гордятся мамой. Я верю мамой. В них. Ну, думаю, да. А с детьми надо дружить или быть для них все-таки авторитетом? То и другое. Угу. Ну, в большей степени что? Главное, знаете, как ребенок в любом возрасте должен чувствовать, что родители для них опора в любом случае. То есть я вот, допустим, когда у меня проходили периоды подростковые, да, с детьми, я говорила, что бы ни было, как бы ты ни учился, у нас была проблема с учебой, ты должен знать,
Я тебя люблю, и я буду всегда на твоей стороне. Я всегда буду тебе помогать, всегда буду защищать, буду все на твоей стороне. Но ты пойми, что то, что ты сейчас делаешь, это твое будущее. И как ты будешь жить, я за тебя твою жизнь не проживу. То есть здесь момент такой, хочется же как лучше, а мы же иногда перегибаем. Поэтому старший меня учил, как нужно быть мамой. Но никогда не пытались что-то свое, то, что не удалось? Конечно, конечно. У меня старший ребенок бальными танцами занимался. Он у меня знает там кучу языков. Вот, младший не дался. Младший в спорте. Ну, в общем, на старшем я перепробовала все. Поэтому... Элита, говорят, что любовь живет 3 года, но у кого-то побольше, 5-7 лет, да? Правильно. А так ли это вот в вашем случае? Это же все так, понимаете? Люблю, прибью, так? 3 года прошло, раз, продлевать будете, еще 3 года. Понимаете, вот смотрите, мы же все равно все меняемся. То есть какая-то вот стержень остается, но человек все равно меняется. То есть и ты заново влюбляешься в то, кто рядом с тобой, в него же. Утром встал, ты кто рядом? Да? Вот примерно так. Он мне весь, допустим, день может доказывать, что действительно он меня любит, и все для меня. Я к вечеру я начинаю верить, утром просыпаюсь. Я говорю, что-то я, мне кажется, что что-то какой-то не подвох. Доказал, что-то мне вот не нравится. Вот, поэтому жизнь семейная, мне кажется, это работа. Это все время работа над собой. То есть быть в семье, жить, это в первую очередь, раньше говорила, нет, этого быть не может. Сейчас я говорю, да, это труд, это в первую очередь труд. Элита, ну и как ведущий вопрос, ваш любимый тост? Мой любимый тост за любовь. И все? Ну, я могу, конечно. Где вот этот вот? Ой, что? Я обычно говорю все время разное. Я вижу людей, я вижу глаза, я понимаю, что люди хотят. Люди хотят счастья, люди хотят, чтобы их любили. Это, наверное, ради того, вот ради этого человек живет. Он от этого заряжается, и появляется уже какой-то, знаете, стимул, смысл жизни. За любовь, за счастье. Вот, наверное, так. Ну, в разных вариациях. Вам сказать, то, чем вы занимаетесь, приносит удовольствие не только вам, как я вижу, но и тем, кто приходит к вам на ваши передачи, который приходит в качестве зрителей, в качестве артистов на ваши спектакли. Я понимаю, что Карина реализовала свою творческую часть с таким размахом, да, что этим можно, я не знаю... У нас в стране, наверное, таких больше я не видела. И я хочу сказать, чтобы ваши планы, которые вы вместе придумываете, как ваши дети, чтобы они у вас рождались в благоприятных условиях, чтобы они росли, чтобы они вас радовали, и чтобы у вас таких проектов творческих было несчетное количество, вот столько, сколько вам Бог даст. Я понимаю, что дружба, которая между мужчиной и женщиной бывает, это как дар Божий. Это как... Вот. Это, знаете... Вообще, друзья – это дар Божий. Угу. И их много быть, к сожалению, не может, потому что это время. Это время, которое, душу, которую ты время тратишь на своих близких. Поэтому я хочу, чтобы у вас вот не заканчивалась вот эта ваша творческая энергия, чтобы вы заряжались, чтобы вы чувствовали себя счастливыми, и чтобы все люди, которые соприкасаются с вами в ваших проектах, также чувствовали вот это счастье и любовь, которая от вас исходит. Я вижу же, да, какие-то вещи, которые на мероприятиях и вообще в людях, насколько человек занимается своим или не своим. Ну, вот. Мы своим. Да. Все. Абсолютно. Слава Богу. На сцену не пойду, как не просит меня Венера Нигматуллина что-то сыграть. Я говорю, нет. Она говорит, надо попробовать все. Я говорю, идите и пробуйте. Я вам помогу, я вами буду восхищаться уже заранее. А нет, вы когда ноги сами приведут, вот тогда будет ваше. То есть это же, знаете, как даже вот когда друзья, да, чем проверяются? У меня, допустим, подруга живет в другом городе, в Бишкеке, да? И мы легко можем друг к другу раз на выходные съездить. То есть расстояние никакой роли не играет. Время для друзей всегда найдется. То есть это когда ноги сами несут. И вот точно так же, когда вы не можете не делать то, что вы делаете, значит, это ваше.
Спасибо огромное от души, Алита, за такую, ну, просто магическую, искрящуюся беседу, такую, как вы сами. Спасибо за вас. А вам и Всевышнему. Все-таки неплохая была идея, да, у него создать элиту, ну, да. И привести сюда. Кропотливо поработал. Да, кропел. На нашу студию. Огромное спасибо. Я очень рада и счастлива общаться, дружить с вами. Я вам желаю огромного счастья, чтобы вы продолжали не просто цвести, а расцветать на протяжении всей вашей долгой плодотворной жизни, радовать окружающих, себя, чтобы ваши дети, супруг носили вас на руках и поддерживали любое ваше начинание, давали вам еще кучу новых идей. Я желаю вам той славы, о которой вы даже не мечтаете, но чтобы все-таки ваш путь был усыпан не колючками, а лепестками роз. Спасибо вам, Эли. Большое вам спасибо. Ответный тост. Присоединяюсь, да, ко всем словам. Спасибо, что пришли и что вот просто озарили. Спасибо. Все мы стремимся к счастью. Откуда в нас это стремление? Оттуда же, откуда в нас ощущение собственного бессмертия. Мы не физическое тело. Мы душа, обитающая в этой оболочке. Наша душа – это наше сознание. И сознание, и бессознательное – все вместе. Это наша психика, это наша личность, это наша самоидентификация и более того. И душа ощущает, что смерти для нее нет. И душа рождена изначально там, где царит безусловная любовь Всевышнего. И она является настоящим счастьем. И когда мы приходим в этот мир, мы ищем не утраченное, а слегка отодвинутое от нас счастье. И для того, чтобы быть счастливыми, нужно, конечно же, заниматься своим делом, то есть следовать своему предназначению и любить себя как душу и своего Всевышнего Творца. Оставайтесь с нами. Спасибо. Комплекс «Алма-Ата».